Дорогие друзья, прежде всего поздравляю вас с праздником, Днем Конституции Беларуси. Этот праздник особенный, и вы знаете почему. Потому что сегодня мы отмечаем 25-летие основного закона нашей страны. И по этому случаю вручаем паспорта граждан Республики Беларусь. Символично, что в этот год, когда вы появились на свет, нашему молодому государству тоже исполнилось всего 14 лет. Видеть сегодня вас, таких целеустремленных, успешных, талантливых, достойных детей нашей суверенной Беларуси, счастье не только для ваших родителей, для всего нашего белорусского народа и прежде всего для меня. Для всех, кто стоял у истоков создания независимой страны, вы самая великая ценность. В каждом из вас воплощается многовековая мечта наших предков – быть хозяевами на своей земле. Для вас эта мечта стала реальностью. Вы изучаете историю страны и наверняка понимаете, какое это благо родиться и жить в сильном и независимом государстве. Безусловно, вы и ваши сверстники – поколение новой формации. Вы по своему мировоззрению – граждане мира. Цифровая реальность, которая стала частью вашей повседневной жизни, давно стерла географические границы и барьеры в общении, такие как расстояние, культурные, языковые отличия. Но вы всегда должны помнить, что ваша родина – ваш родной дом – это ваша родная Беларусь. Связь с родной землей, своими корнями – это то, что будет всегда питать вас живительной энергией, давать вам силы на исполнение самых заветных желаний. Сегодня особенный день. Получая паспорт, вы делаете первые шаги во взрослую жизнь. Этот документ символизирует начало нового этапа абсолютно самостоятельной жизни, насыщенной интересными, значимыми событиями, в том числе и политическими. Пройдет совсем немного времени, и вы уже будете принимать важные решения в истории Беларуси, стоять на страже государственных интересов, будете создавать будущее страны, думать о ее благополучии, о том, что оставите своим детям. А значит, сделайте все возможное, чтобы сохранить наши духовные ценности, культурное достояние и, самое главное, мир на своей земле. Глядя сейчас на вас, ваши глаза добрые, умные и очень заинтересованные, я верю, что так и будет. Убежден, что наша родная Беларусь всегда будет в надежных руках. И пусть паспорт и книга с символичным названием «Я гражданин Республики Беларусь», которые сегодня будут вам торжественно вручены, станут опорой и напутствием вашим долгом, счастливым и наполненным великими делами жизненном пути. Средняя школа номер 4, город Иванцевичи.